Я про нее забыл в Ну, очередной раз. поставь, или там же в А этом в там правда настройках. надо как-то релогиниться, если я правильно понял сейчас. По-моему. Сейчас. Да не, ну выйди Я вот пока. жмякую ростер, здесь жму А, на Options сети. and Career надо жать вот внизу. А, И там это ваш. Customization. А, А, не-не-не, Player ID. Player ID, не Customization. Ок, это важно. Так. 160 дропнутых фреймов. По нетворку. А, не страшно. Заодно еще посмотрю, как RTX Voice ебет видеокарту. Ну, я смотрел, там вроде как 3 FPS съедает сразу. Трагедия. Как же я буду играть на 41 FPS? Не по-геймерски. Вообще все, что меньше 120 FPS, неиграбельно официально. А, звук компьютера, который вылетает из... Да. Блять, я сейчас ищу и пока не вижу петушка. Как так? А, может я не то смотрю, это эмблема, по-моему. Так, Player ID. А, ну да, я их пролистал, я чуть не нашел пока петушка. Взял. Так, сейчас скажу. Смотри, там опция карьера, Player ID. Ну. И сейчас мне загрузится. Вот Choose Emblem и эмблема петушка в Ой, прямо. Номер. Номер? Да, там номер подсвечивается. А вот сейчас из 224. Надо сейчас скажу. 20-й. Ага. Блять, да, да. Active roster. Активный. Активный Гомес. Отлично. А теперь можно играть. Так. Стартую? Да, стартуй. Стартую?
Я тут, короче, выкинул PlayStation на продажу. Уже получаю сообщение уровня. Ну, один чувак писал, мол, это готов обменять на PlayStation Slim. Так, блядь, это что, начало, что ли? Нет, это ж не начало, я надеюсь. Это... Кто пришла и создавал, ты или я? Я. Так. Выглядит как начало. Ага. Подожди. Угу. Мамбаса стрит. Да, это начало. Ну да. Но я сейчас ни сложность не выбирал, нихуя. Так, а если эндгейм? Да. Так, тебя выкинуло сейчас, да? Да, и меня с тобой выкинуло. Так, кампейн, Halo 3 ODST. Тут еще и Player ID интересно есть. Бля, я ж мякал резюм, оно... Ну и, собственно, continue playing from your last save point. Continue where you last left off. Ну, quick start это не то, missions. А, можно, конечно, по миссиям побегать, я не знаю, но это ж, наверное, не то. Потому что... Да хуй знает. А, так, вот сейчас выкину. А, попробуй лучше ты, наверное, меня пригласить. Может, я что-то не то... О, у меня сейчас даже кнопка резюм пропала. Поэтому зови. Так. Сейчас. Говнище какое-то. Ну, то есть, единственное, что она у меня спросила, это, ну, как обычно, типа, раз уж вы... играете в коопе, то у вас начнется не с того момента, где вы так, connection to the game сошли. Ну, последнее, вот я смотрю, у меня, например, NMPDHQ, последний, типа, сложность, на которой я играл в коопе, это normal была. А вот дальше Kikawani Station unplayed in кооп. Ну вот да. Еще можно инвайт? Ща. Мне написало, что I failed to connect. Блять, очень странно. Пишет, your connection to the game session has failed, please try again. Я попробую, не знаю, выключить и включить. Ебучий хейл. И аналогично. Ох уж этот пика гейминг. Все еще лучше Series X. Сейчас попробую. Давай play game. Джойнин. Да, нахуй, наконец-то. Ну, у меня что ли сейчас? Мамбас стрит. Ага.
Меня тоже типа хочет сначала. Ну, давай посмотрим. Так. А, ну тут прям по Может, оно чекпоинту в таком можно. контексте работает. Просто я думал, что типа как ты всегда стартуешь с одной и той же точки, но у тебя какое-то количество заданий уже пройдено, я правда не знаю. Может быть. Так. Так. Во, короче, у меня был пока что один из отзывов на объявление. Да. А, то есть ты Это... все-таки с уровня начал? Ну, я начал с уровня, и прямо он мне говорит, выбери чекпоинт. И я прям самый А, первый взял. найс. Ты же четверку продаешь или тройку? А то я что-то Четверку, да. упустил. А, четверку. Ну, я просто Да. пятерку собираюсь брать, да. Ну да. Хотя там такая сейчас обратка очень ебаная пока что. Говорят, типа, тот же Spider-Man там ремастер несовместим. Ну, там типа ремастер будет, ну, как ремастер The Last of Us, условно, ну, типа, бесплатная игра, купила, играешь. А. Ну и вот та же самая Якудза, типа Ну, бесплатный она апгрейд типа... до PS5, но при этом сейвы становятся несовместимыми, если на PS5. Да. Я, прости господи, оставил в местных барыг предзаказ на новую Якудзу на Xbox. Потому что Якудза выходит 10 числа, а Xbox 13. Ну, я уже PS5 подожду. Хотя, я думаю, может быть, как-нибудь Не, на я Новый думал год на ГИКа вообще ебануться. изначально играть, да. Я вообще думаю, может, на Новый год ебануться и прописать себе Game Pass на годик так для ПК. Ну вот, да. Я не помню, там просто есть хитрожопые методы, насчет которых я буду подробно спрашивать, чтобы мне пояснили, как полному дебилу, как это делают Xbox и господа. Как себе сделать, ну, длинный геймпас за небольшую сумму денег. А, ты В через основном Аргентину есть. покупать. Ну вот, да, там какие-то хитрожопые манипуляции с регионами, с тем, А... что ты покупаешь обычный геймпас, а потом его как-то продлеваешь до Ultimate и вот это вот все. Ну, насчет смены региона, по-моему, там вообще делать нехуй. Ты просто берешь у себя в профайле и меняешь регион в Я тупую. читал из подводных камней, что, мол, Ну, это вот по винде у меня просто был такой момент, когда я подписал себе Game Pass, там было видно какая-то акция, когда ключи там по 150 рублей продавали, я себе так на полгода оформил. Вот. И взял там скопом на 3 месяца. Эти 3 месяца мне там пробредили Game Pass до Ультимейта. Но они были для американской, походу, учетки. Мне пришлось менять регион на США. Не читал, вроде же там сейчас какие-то подводные камни уровня, если ты менял регион и что-то напортачил, то у тебя на год что ли залочена смена региона, еще что-то такого же плана, Ну, я или тоже это это ушло. читал, но, по-моему, но все же, как бы, я регион менял легко, то есть в Индии Я хотел вообще регион меняется, там просто указал язык США. Именно язык США. Да, прикольно. Да, и типа, ось считает, что ты американец, из-за этого локали тоже подгружают американский, и регион тоже по дефолту в MS Store американский выставляется. Ну и да, Аргентина вариант. Учитывая, что она принимает русские карточки к оплате.
Ну, в общем, да, думаю, где в декабре так на годе прописаться. Хотя, с другой стороны, мне нужно было там порца, по сути, который я купил по багу. В остальном, ну, не знаю, может, Wasteland 3 поиграю на каникулах. Ну, я буду смотреть, что там сейчас с играми и в новом поколении, походу, буду гораздо больше обмазываться геймпасом, потому что, типа, если его купить, он все равно будет. Зачем еще что-либо покупать? Уже. Ну, там тоже есть такое свойство, что из геймпаса убирает уже. Ай, блядь, F. Я в поисках кнопки того, как шмальнуть ракетой, вышел, да. Я у мамы не очень сообразительный. Он эту ракету пускает на кнопку мили. Угу, ну вот. Потом найду. Ну что, я вчера пытался поиграть в Рич. А, ну и И как? На самом деле ничего умнее не придумал, как скачать на нее читы. И эти читы не работали, но работал один всего лишь чит. Это... В смысле, тренер, типа? Да, тренер. И работал всего лишь только один чит на нем. Это ускорить игру в 4 раза. Заебись. И на самом деле, знаешь, вот это вот ничего тут не надо, там ни бесконечных патронов, ничего, просто в 4 раза ускорить игру. Охуенно. Соник Рич. Да. По сути, заспидранить Рич. Смотреть. И да, она на самом деле... меняет в процессе на Green Hill Zone. Да. И на самом деле... Почему так, не знаю. Почему не могли в ремастерах так же сделать. Но, блин, Рич нормально управляется. Там есть спринт, там есть прицел, который у тебя не сбивается при стрельбе. Казалось бы, можно было сделать неебано в ремастерах Halo 3, Halo 10. Нельзя. Ну да, оказывается, нельзя. Так. Короче, что могу сказать? Пока ты летаешь, игра все еще считает, что... А, да, area not safe. А теперь save. Опа. Чего себе дропнуло там? Теперь я хотя бы на земле, да. Не знаю, зачем, но я зачем-то взял танк. О! Блять, я вижу. Я вижу вот там эту штуку, на которой... Ну... Right. Сейчас сбегаю, попробую в нее влезть. Да? Так, у меня сейчас жопа отвалится. А, дверь надо открыть, окей, я сейчас пойду. Так. Ох. А откуда это по мне? Вот это я стрельнул ракетой, и тебя, видимо, задело. Ага. Опять? Не, это уже не я. Ну, до этого, походу, тоже был не ты. Уже все. Так, не, говорит Герар, я Banshee and Kid the Switch, я пошел.
Ну, RTX 8 вроде пока не так сильно ебет при игре в Halo. Но почему-то у меня по сети фреймы дропаются. Типа 2% дропнутых фреймов сейчас не страшно пока что. Ну, пусть знает. Бенши не умеет лететь назад. А, взорвал таки. Сука, охуенно. Кто тебя убил? Да нет, я стрелял в эту пуню стоящую, она взорвалась и меня взорвало. Ай, отлично. Так, сейчас. Вроде Да, должен был отпадать. отреспавнила. Ну, тут еще и запасная. Ну так я поэтому здесь и хотел, чтобы ты заспавнился. Вон снаружи еще куча летающего говна есть. И вон еще новые банши слева. Я, наверное, закончу вот эту увлекательную хуйню и пойду новую возьму. Там он еще танк или что летит? Оп, танку пизда. Так, я пошел за новой банши. Почему банши, если это... А, да, это банши. А рейс это танк, окей. А, окей, пойду сейчас еще открою дверь. А, окей. На этот раз сразу не пробежишь. У меня игра достаточно frame inconsistently играется сейчас. У меня вроде как все окей. Типа вроде 60-то пишет, но на деле это нихуя не 60. Ну, в принципе, как и все игры банши. Потому что я примерно в Destiny тоже играю. FPS говорит одно, но я понимаю, что это нихуя там 60, там 140. То Ой, меня есть. сейчас ёбнут. То есть я не знаю, как это можно назвать, что типа фреймрейт тебе одно говорит, а вот само по себе ощущения Ну, совсем типа другие. frame consistency, то, что у тебя разный frame time. По ну как бы 60, но на самом деле пошел нахуй. А ёб твою мать. Сука. Какой счастье отлетел. Он отрубил, а дверь открылась, я так понимаю. Да. Ух, банши справа и слева. Я к старой шел. Сука.
Живой? Да я же... Нет, уже нет. Ёбаный корабль. Лечу. Не дает. Все, отлично. Угу. Благодарю, что рядом с банш заспавнил. Блять! Теперь ты? Опять не та кнопка. А, это который надо жопу отстреливать из третьей части. Да. Напомню сразу ему. По коленкам, по коленкам. То, что банши не умеет летать назад. Сука! И корабль сейчас просто отпихивает нахуй в сторону. Ага. Ему там снова дверь открыть. Ага. А, ну ладно. Просто... Да, что-то мне пиздец сеть пидорасит. Keep her steady, Mickey. You doing okay? Just glad we didn't go with your first plan. Look at those tunnels. Ones that aren't flooded are probably packed with buggers. Hell, I wouldn't go down there even if you ordered me to. Come on, Veronica. What could be more important than that carrier? My orders. And Buck, call me Captain. Mickey, turn around. Find a safe place to set us down. What? Why? I lost something. Now I know where to find her. Охуенно, что он сразу не сказал. Могли по пути там. Окей.
Я надеюсь, он потерял эмблему петушка, а не девушку. Кореш еще, который сейчас тоже выкинул консольки на продажу, у него, правда, пока больше интересных отзывов. Один кадр спрашивал, типа, а чё так много за 4-летнюю консоль? Сука! Это за сколько он продает? $300 с хуем долларов. Ну, то есть меньше рынка. Типа, окей. Ну, там с играми, да, с геймпадами. Ну, у него, да, я... Ну, понятно, да. Примерно так же, но без игр. Ну, типа, ок, да. Я свою PS4, по сути... У меня ванильный геймпад, я не игрался с DualShock, он без... Потому без что... всей этой хуйни, где, знаешь, там, жирок в пазах контроля. Ну, я, по сути, тоже вот свою PS4 продавал, то есть один геймпад, две игры и почти по себестоимости с подставочкой. Не, у меня меньше себестоимости, но, в общем, да. Так. Ага. Ну, мне просто по себестоимости помогло то, что, как говорится, рубль начал падать. Угу. И все подорожало. И в целом и средняя по Авито тоже подорожала. Угу. В итоге я, по сути, сколько брал консоль, за столько ее и продал. А сейчас евро 93 рубля. Почему у русских обычно нет привычки переводить все деньги, которые есть, в нормальную валюту? Ну, я не наезжаю, но, типа, кучей ребят из России общаюсь, и, типа, обычно только белорусы по привычке... Ох, блядь, это был взрывающийся чёт. Вот белорусы по привычке переводят все деньги в валюту и, типа, проебываются обычно никогда. Ну, вы знаете. Необъяснимо, но факт. Ну, потому что у вас же тоже курс скачет, как сука. Ну, вероятно, все еще в глубине души надеются, что... Что отскочит. Да. Да-да. А еще из отзывов чуваку писали, это, мол, могу предложить обмен на электрогитару. Чтобы успешно продать свой PS4, надо вот виниловую наклейку, которую я тебе скидывал, приклеить. Да. Бля, надо было сделать социальный эксперимент, короче, купить. Сделать две виниловые наклейки. Первую с Лукашенко, вторую с Тихановской. Посмотреть, кто первый. Кто первый заберет. Меньше торговаться и вот это все. Раскидал, блядь, ноги так, что дверь не закрывается. О нет, здесь же персонажи двух фракций. Неужели здесь будет вот то мелкое говно, которое, ну, бегает по полу? Здесь нет. Ну, вроде как в Африке. Хотя в Африке не такое говно, наверное, водится.
О, это дает пройти. А, это чекпоинт. Сюда и нужно. А, на секунду подумал, что дают просто ответвление сходить. Тебе бы этого хотелось? Ну, чтобы можно было еще дольше поиграть в эту восхитительную игру. Да, хорошие игры, так как говорится, хорошие игры мало. Вот. Хотелось бы еще поиграть. До Зена дошел? Да, я вообще за выходные прошел все. А, круто. Ну и как тебе? Не, круто. Хорошо сделали. Ну, Зен прям вообще кайфово. Хотя единственное, что тут уже моя, может, личная доебка, просто почему-то меня доебал мусор под ногами. Вот постоянно я во что-то спотыкался, такое, что ты встаешь, вот так и надо перепрыгивать. Ну, вот чисто мелкий мусор раскиданный, а, в котором коллизия... идет. Я что-то не натыкался особо. И вот почему-то конкретно меня это раздражало, какой-нибудь ОКР там, где руки надо постоянно мыть. И вот я вижу, какой-нибудь там упало там, камни, и эти камни с тобой коллизию просчитывают. Прикольно, странно, я что-то не натыкался. Ну, блин, мне нравится этот ранец, что в оригинале, что тут в ремейке там такой длинный прыжок. В мультиплеере было охуенно еще им прыгать. О, какой ранец? А когда в Зене тебе дают, чтобы перепрыгивать большие пропасти? Так а тут же нет, вроде, погоди. Не-не-не-не, про Блэкмессу, я говорю. А-а-а. Когда Зен идет, и там тебе дают ранец прыжковый. И ты прям прыгаешь так охуенно. Да, он клёвый, ну то есть он и с нормальным управлением, а не как в оригинальном Half-Life через контрол прыжок. А ну, во-вторых, ну типа, можно стрейфить. Так. Чё? Ага. Надо было кнопку нажать, кто же знал. Лол. Вот такие комары в Африке. Судя по урону, не факт, что... А, нет. А может, и нужно было падать. Там вон еще есть. А еще мне Black Mesa шотган понравился. Ага. Сделали как надо. Вот-вот. У меня тоже уже с годами начинает привычка замечать, вот как шотганы стреляют и глушители в играх. Ага. Ну, то есть шотган, он вполне себе на средних дистанциях стреляет, а во многих шутерах он прям нужно в упор подходить, чтобы кто-то убить. Угу. Тут он в Half-Life работает как надо. Он работает на средних и даже на дальних дистанциях им комфортно стрелять. У меня еще тоже... Мне понравилось, например, как вот глушители реализованы. Прости господи, Call of Duty 2019. Я уже чуть... А, я ж не играл. Они там сделаны тоже как надо. Они увеличивают дальность и, по сути, ну, как сказать, поражающую способность, потому что... Угу. То есть, единственное, ИРЛ у глушителей... Недостаток это то, что они просто баланс оружия у тебя меняют, то есть у тебя пушка тяжелее и клонится вниз. Это если вот ИРЛ. Ну, наверное, я не стрелял с глушителем никогда. А там, как бы в остальном я у стрелял. Тебя скорость выше вылета пули из дула, и точность тем самым выше, потому что дуло больше. Угу. Ну и, соответственно, выстрел же не бесшумный, но паров нету. Этих вот. Ну, опять же, в играх его как-то... А? Ты ИРЛ прям стрелял с глушителя? Ну как, не, у меня есть книжка по оружию, во-первых. А-а-а. Батина. Там по пистолетам, такая советская еще.
Там вот типа Макарову, по глушителям, вот это все. И я как-то смотрел видосик, типа, чем... Ну, типа, чем отличается глушитель ИРЛ от видеоигр. И там вот именно по баллистике рассказывали. Я просто в игре много из чего стрелял так. Ну, типа, с глушаком нет. Поэтому мне было интересно, типа, где у тебя... Тебе довелось пострелять с глушителем? Ну, скорее теоретические познания и видосики. Эх, блин, мой любимый тир, он только в Вильнюсе, а туда сейчас хуй приедешь. Надо в Вильнюс ремоцироваться. Буду просирать деньги в стрелковом тире. Там еще в тире инструктор с умеренно специфическим чувством юмора. Типа... Каждый раз у него шутки уровня... Нихуя себе с такой меткостью, а почему ты не в милиции работаешь? Это типа когда ты все промазал или... Не, вообще наоборот, я объективно неплохо стреляю, оказалось. Ну... Или это типа... Может, это не шутка? Же, почему с такой меткостью у тебя этот президент в стране горит, еще не менялся? Сука. Знаешь, это очень тонкая шутка, почти не шутка. Ах, сука, это была граната. Бля, меня обертвили. Это грустно. Вроде все. У меня фрейм консистенси просто пиздец. Я пока окей, но я еще поставил этот типа оригинал графику, enhanced, который средняя настройка. Может, у меня еще это играет роль. В смысле, а тут же почти настроек графики. Ну, типа там же есть три пресета. Enhanced. Enhanced. Ну, типа Original и Balance, что-то типа. Ну, сейчас их сменить нельзя. Не знаю, чуть не видел. Вот сейчас так. Полез посмотреть видео и нихуя. Ну, там прям сам внизу как надо крутить. Менюшка очень. Я докрутил сам внизу фреймрейт лимит. Да? Это ну-ка. Под другие части можно было менять. Не, у меня вот есть график settings прямо вот внизу, а у меня enhance стоит даже так. Воу. Вот эти, сейчас скриншот пришли. Так. Ну, восхитительно, коли так. Скриншот, говоришь. Так. Вот. Давай. Так. Вот прям в самом-самом низу. Ебать. Так. А, оу. А у меня туда почему-то сейчас не прокручивается. Ну, я же контроллера.
А, оно не активно, у тебя вон тоже Но нет. да, Ну, оно не не норм. активно, это надо менять вне игры. Да, тоже, конечно, потрясающе. Ну хуй, короче, знает. Я даже не могу понять, что на это влияет. Типа, до этого-то frame consistency нормаз был. А сейчас, ну, типа. Я вижу, что оно дергается. Меня телепортировало. Опять же, вот бы так всю игру. Чтобы играть не нужно было. Блять, таракан там бегает. Жук оборотень. Ой, Сука, ты меня сжег. сорян. Ну, теперь мы знаем, что ты Я не не шпион. пришелец. Не пришелец, тебе шо тут Северный полюс? Ты типа пришел спасать ГФ, а она даже твоего имени не помнит. Просто ты никогда не снимал шлем. Она любит тебя за то, какой ты есть. Как снимешь шлем, испугается. Сука. Сука, предзаказ Demon Souls не просто, блять. А что? Просто вот, блядь, бонусы за предзаказ. Типа, просто в контексте Souls игр это просто супер смешно. Блядь. Просто Да, мне в этом контексте вспоминается момент, когда я покупал, это типа как оставлял называется? предзаказ RDR2, типа, на улучшенное издание, и объяснял это тем, что там, типа, еще одно ограбление, на что мне очень справедливо, ответили, что да, это ограбление тебя на косарь. Тут то же самое, типа, Миядзаки тебе душ, вместо того, чтобы ты фармил, накинет, и все. Сука. Нормас. Это уровень, да, вот, собственно, в этом в Deus Ex последнем же то же А, самое было. да. Причем там еще и бонусы, ты потратил их, и они не возвращались никогда. Не знаю, не, вроде, кстати, ну, типа, они на старте игры А, вроде на Нью-Гейме, ну возвращались. да. Ну, не Меня помню. больше прикалывает, конечно, то, что эти бонусы, ну, я себе, скажем так, усилил предзаказ, потому что играл на той платформе, где работает ArtMoney. Какая сила консоли могила. Ага. Все так. Я поэтому немножко, кстати, боюсь Якудзу играть не на ПК.
А ну как в седьмой яр, где будет, короче, у вас баблом примерно как в Якудза Зиру, который, опять же, я объективно улучшил себе геймплей качественно за счет того, что я похакал себе бабок, и их не нужно было фармить. Ну, это хорошо. Но я Зеро проходил на консоли, но меня заебало мини-игры уже. Ну, точнее, как-то я не очень люблю мини-игры, где там вот покер заставляют играть, вот это все азартные, Когда карточные. как? В Зира их еще не так много, прям обязательно. Ну, не, я сюжетку прошел, я просто начал его, типа, фриром, там, сайд-квесты. Ага. Ну и думал, потяну ли я на 100%. В итоге не Нет, потянул, да вон просто Леша потому что... ебашит на 100%, я не настолько Не, у лимитирован меня, себе, ну, что. бывало такое моменты, когда я там ебашил трекманию на 100%. А, Какую-нибудь таки там... выбил там платину, нихуя себе. Да. Причем я там охуел Охуенно, настолько, чувак. я ушел просто на 3 недели в отпуске и ебашил в трекмане 3 недели. Просто Чтобы вот... не поехать. Просто заебись отдохнул. Хотя там я на отпуске не только трекманию там на платину, и Годовасика на платину ёбнул, и персону додрочил на платину. Короче, геймер супер 2018. Думал, что персону-то... Ой, персону, блядь, этого Якудзу смогу зиру, но в итоге не смог. Потому что мини-игры. Не знаю, там мини-игры, мини-играм рознь. Ну, блин, покер... Я в очередной раз вспомнил на Якудзе Зиро, как же я ненавидел этот... Покер Маджонг точно не моя. Ну, Маджонг, да. Как же я ненавидел этот Супер Чейсон, или как эта игруля Теги называлась, аркадная с Бонком. Аркады? Аутран. Аутран? Ну, это Нихуя не умею в него играть, ненавижу я эти Аутран. прошел ровно столько, сколько от меня там требовалось для completion Ну вот листа, и да, все. я в итоге тоже, да. Потому что я думал еще на ачивку подрочить, там нужно было какое-то количество, но не было выше моих сил уж. Мадзима думала, что обзовется девочкой, школьницей, а ему поставили автомат с мотоциклами. Ты думаешь, что со злобными пришельцами воюешь, а ты с тараканами воюешь, с жуками-оборотнями? Да. Российская столовая в 2035 году. Да, сука, не дергайтесь вы так, где вам патронов, блять, наберусь. Ой, О, и блядь. тебя телепортировало. Я только хотел взять второй ствол под Долвилд. Спасибо. За лишним стволом тебе в другую игру. О, меня убило. Там этот Я вижу. милишник.
Я его сам замилишил. Блять, я на секунду подумал, что тут будет какая-нибудь головоломка в стиле Resident Evil с лазерами. Don't shoot. We've seen them before. Это что, был снег? Может, перхоть. They're prisoners or slaves, either way. They don't like the covenant any more than we do. I spotted this one in the tunnels. Watched it access comm lines, security cameras, traffic controls, you name it. Eventually it holed up here. No, this is snack. Oni calls them engineers. Believes they're some sort of biological supercomputers. If I'm right, this one has taken the superintendent's data and combined it with its own. Everything you want to know about the Covenant. What they're looking for under the city is right in here. А как она с этим монстром договаривалась? Это хентай нужно смотреть? Да. No time to explain, but do not, I repeat, Karen, not you reached anything whore. Whatever you say, come on! Those brutes are here for the engineer. They'll kill it if they get the chance. You, stay behind me. Okay? Engineer still has shields, but they won't last long in a firefight. Что это мы светимся? А, уже нет. О, это любимый тип миссии, эскорт-миссия. Они его еще харасят же. Чему я ему видел.
Ну-ка, пройдись назад. А, блин. Как-то вперед. Вперед шло. Да? Ну-ка, пройдись вперед. О, о, вперед! Да, нормально. Назад, если медленно идти. Ну, вперед тоже он сразу. Отлично. А, назад тоже норм. Ну, как-то так, да. Давай, ты попробуй. Блять, ладно. Ладно. Там лазер? А, нет, это таракан. What was that for? Abandoning the mission. What mission? You dropped off the grid. My squad was scattered. And that. For coming back. Я только хотел сказать, for returning будет у него реплика, да? Thank you. Ты угадал, можно сказать. Просьба обратить внимание на оружие. Мне вроде с чем было, то и осталось. А у меня дефолтное. Ага, вот туда они нам предлагают. А мы, значит, Ken Advance, да? Да, сдохни, сдохни, сдохни. Так, ну я тут худо-бедно пораскидывал тяжелых врагов. Ага, а вот и ебучая туралька. Так этот летающий черт, походу, как-то броню укрепляет. Ну, с ним рядом стоишь, а, и ты светиться начинаешь. Я не знаю, я залез наверх, короче, тут турельки можно... Да. Лучше все так и делать. Это ты сейчас? Да, да. Нет, просто вот берешь и спрыгиваешь. Сука. У меня, блин, хп на нуле почти. Ну, у меня не на нуле, но... Я бы аптечку скушал. О, а вот и аптечка. Да. Вот тут еще одна. Где? Ну, ну, вот рядом две, их две. А, это аптечка? Да. Окей, спасибо. Я ее просто видел, на самом деле, но я скипнул. Я думал, там аптечки, только то говно, которое на стенах лежит. Там уже были просто похожего плана штуки, которые, с которыми никак нельзя было взаимодействовать, которые типа энергетических печей каких-то не ебут.
This way. Should be an elevator right through here. Sit tight. А мне еще чувак насчет консоли один писал, что, мол, за такую цену я думал в комплекте, я надеялся, в комплекте будет еще какой-нибудь диск. Я тоже на что надеялся, конечно. О, блять, вот мне почти тридцатник, и я сижу такой в видеоигры играю. Играешь в Фрутере про спецназ. I'm sorry. I was a little busy making sure perfume over here didn't take around and blow us all up. Eddie Buck, always thinking with his gun. You haven't changed one bit. Me? What about you? Oh, so full of big Oni secrets, couldn't even give a guy a yes or no answer. That's not fair. Oh, you got that right. I never thought I'd see you again. Yeah? Well, here I am. We need to move, now. Are you too busy to plan our exit? I stole a Phantom, yes, thank you. I hid it in the shipyard, don't know. Я что-то с начала недели еще себя настолько тупым чувствую по новой. Вернулся просто к работе над своим проектом. Вчера вспоминал, на чем я остановился. Сегодня сидел с дебаггером, ковырялся. Пришел к моменту, что я, блядь, понятия не имею, как там решить одну задачу. Попутно, правда, пофиксил один баг, который еще в одном моменте очень погано вылетал. Поэтому я, в принципе, не то чтобы совсем хуй пропинал. Но я собой так недоволен. Что с этим делать? Пиздим у них тачку? Не, погнали, вон есть еще одна. У нас наработки еще, короче, я говорил, мне запустили программу, ну, короче, есть возможность пойти на сертификацию, которая оплачивается компанией. Круто. Относительно, ну, какой-нибудь спецификации, собственно, там сейчас был набор на облачную хуйню от Гугла. Я зачем-то вписался. Сейчас тоже сижу, ковыряю курсы. Очень... Примечательно, что там курсы, в принципе, уже выглядят как Production Experience. Тесты периодически сами себя сдают в ситуации, когда там даже недоступна кнопка Submit Answers. Тесты иногда помечают те варианты ответа, которые вот, типа, ты до этого пробовал решить тест, потом взял его перерешать. Блять, я не могу этого ёбнуть. А вот сейчас могу. Короче, помечает правильные ответы как неправильные. Без объяснения почему, хотя зачастую были объяснения это... почему. Два года назад на Red Hat так курс отправили, и там тоже тестирование было абсолютно злоебучим. Что там еще интересного было? Саппорт, который работает по 2 часа. Я им пробовал прислать все эти претензии, как бы, ну, типа. У меня рабочий день закончился. Я приехал домой. Вы в очереди 50, спасибо. Сегодня еще обнаружил штуку, что... Ну, в учебных материалах, ну, это очевидно, что не всегда объясняют то, что будет на тестах. Но там прям нихуя не объясняют зачастую. Часто могут объяснять дальше в учебных материалах, которые потом появятся, то, что было в тесте, который ты решал только что. Короче, мне очень нравится сертификация от Google уже прямо сейчас. Это типичные курсы, какой-то подрядчик тебе дает какой-то материал, а потом корочку сверху. Не, просто я ж ковырялся как бы еще
платформами курсов, ну, прости господи, у Корсьер и Степика, у них в разы лучше и отзывчивее, и интерфейсы отзывчивее, и обратная связь лучше, но типа, это же не Google, у них оборот. Денег в год в разы поменьше, как бы. И тут ты приходишь, ага, ебать, Google, облачное говно, не работает. Спасибо. О, меня бьют. А я не могу ничего. Ладно. А, нет, ладно. Я с ним все сделал. Хата Гэриш тоже курсы говно. Ну, там какая-то была питерская фирма. А, то есть у тебя даже очные были? Да, у нас там по онлайну, типа, комнату, без какой-то Blue Jeans, ага. Не знаю, мессенджер. Сидел, лекцию слушал. Готовую. Потом же и практика была на виртуалочках, готовили все это. И что, это сертифицировался в итоге? Да. Охуенно. Ну, временно сертифицировался, там пометочка. Типа, постоянно, ну как сказать, оно там было поделено для нашей организации, типа, на две части, типа, первый год, типа, для новичков, и второй год уже для, ну, типа, прошаренных. Я прошел два, но типа получить, условно говоря, там, ну, что-то типа международной сертификации, это уже отдельный прайс и отдельное тестирование, за которое наша организация не заплатила уже. Ага. Поэтому я пока только сижу, ну, просто с навыками администратора. Погнали, он новый возьмем. Да, погнали. Ну, в принципе, курсы интересные, ну, методички это остались. Это да. А, нормально. Ну ладно, методички остались, в принципе, но и представление есть, и навыки. Прикольно. Вот возьму и поеду по сюда. Разваливают. Там справа дорога упирается, скажем, в стену. Сука, охуенно тут прёт. Ну. Бля, что-то сзади ебут прям. Вот он. Танк, ебать. Бля, танк. О, уже не танк, ебать. Да, танк уже не того. Можно в него можно залезть. Хотя не, вроде же не, в он... этих частях уже. Хотя он... Вражеская техника не... О, нет, доступно. Блять, ну, не окей. Надо было его добивать. Окей. Не, ну окей, я сейчас все-таки вернусь, потому что... А тут другой танк, слушай, тут другой танк, иди. А-а-а. Тут же, тут дали это, там, это скорпиона этого. А, вот это заебись. А там нет еще одного скорпиона? Не. Ну и ладно. Машинка. Всегда езжай.
А не, бери танк, и я на машинке просто катаюсь. Так а толку на машинке, а на машинке... Не, этот непись стреляет за меня. Я знаю. Так у тебя же скорпион. Не, у тебя... Бери скорпиона. А, ёб твою мать, окей, ладно. Я говорю, за меня он на машинке этот постреляет. Точнее, я сделаю так, я просто сяду в турель, а этот хуй будет рулить. Окей, ну непись не хочет рулить, но... Сука, непись не хочет рулить. Вот же Ксина. Натан Филион, слишком звездный актер, чтобы рулить в какой-то видеоигре. Банши с одного попадания из ёбаного танка не ложится, окей. Причем у меня в танке... По мне очень неплохо стреляли, это вообще что за танк? Как она работает? Судя по изгибам, мы как будто по кругу катаемся, я не знаю. Это трасса из Матрицы, которую закольцевали. На самом деле это Forza Motorsport. Гран Туризмо 7. Да, он слева летит, хуйня. Я не успел добить. Да сколько их тут, блядь? Да сколько их тут, блядь? Они анлимные? Там ехать надо, я так понимаю. Не-не-не, не анлимные. Это был последний. Стало гореть сзади, что ли, это как вообще? А, я теперь жопой вперед еду, вот как. Это потрясающе. Спасибо, Фнолс. Блять, я по нему стрельнул, но... Но вы там рядом треть. Танка же еще, по-моему, был пулемет. Thank you.
Бля, и он отреспавнился уже. Кто? Не, да, непись отреспавнился уже на следующем чекпоинте. А я сижу, жду, пока он машину сядет. Сука, он не хочет, короче, за руль садиться. Ладно. Тут можно дрифтить, кстати. Есть хорошие места. Пройдет ли танк вниз? Пройдет ли танк? А, ну да. Охуенно. Как раз вот прямая дорога и можно дрифтить. Там выход с той стороны закрыт. Сука. Так. Насколько он закрыт, мне пробить нельзя. Я слишком много отдавал чести Хейлу. А, там это заезжает вниз. Это не выйдешь сейчас. Сука. Давай. Ты чё стал? Яндекс пробки. Я могу его взорвать, конечно. Он проехать смотри, не может? Смотри, кстати, возможно, вниз это то, куда нам надо, я не знаю, сейчас. Да, да. Это во-первых, во-вторых, ну, тут надо вылезать. Ну, ладно. Прощай, танк. Бля, я взорвал его. Охуенно. В будущем тоже хуй наймешь нормального инженера или что? Последний инженер на JavaScript. В далеком будущем. Бассейн закрыт. Бегу. Чем-то застрял. А, вот, защищайте инженера. А где инженер-то, блядь? А, там. Остался. В машине. Ну, маркер-то вот. Ну, оно их телепортировало. Нормально. Вот тут вот это тихари. Ой, тут еще что-то.
Rocket Launcher, так. Что мы делаем в зоопарке? А то есть вот эта вот хуйня, которая с нами идет. А, вот там, нет, там, да. А вот они прилетели. Еще привезли. У меня, да. Я отрубил. Да, я тоже. Так, я одного взорвал. Я второго взорвал. Найс. Найс. Найс, Лидон. Ох, сука. У меня тут этот петушило с палкой. Зато у меня есть палка.
Где-то сверху были пулеметы. Да. А мы все прососали. Да, это надо было вот так обойти их. И сесть за них. Ну, прекрасно. О, я стреляю с пулемета. Вовремя. А, вот туда нихуя себе. Да, это надо вот. А, я вижу. Отлично. Все? Ну там говорили что-то про Let's Get Out. Охуенно, поставили пулеметы. Да. Но не сказали, что к ним можно пройти. Да. Камень я тебе дам. Да нет, так оружием, конечно, профессионально пользуются, наставляя его друг на друга. А вот и хентай, который ты так давно хотел. Ну я уже снял штаны. Ну. Она тоже. Чё, эпилог? Лола. Все, что ли? Ну, вот блять, походу, все. Бля. А чё Маграта, ёпта? Не знаю, просто типа под джазовую музыку ходишь по ночному городу, собираешь флешбеки. Блять. Какое же говно. Кстати, я обнаружил, Хейл опять, получается, нет на ПК? Да? Да и хуй с ним. Хвала Аллаху, спасибо, Фил Спенсер. Но есть редактор карт под Halo 5 на пике. Почему? Чего? Серьезно, ну как бы есть редактор карт официальный, на котором можно создавать эти карты для Halo 5, и он на ПК. Его можно запустить, его можно карты создавать. Но в Halo 5 ты поиграть-то не можешь. Что если этот экспириенс приятнее, чем Halo 5? Возможно. Как же хорошо, что я могу удалить очередную игру, определившую свое поколение. А у тебя идеев нет? Чё? Раз Defense Force? Нет. Там просто еще ребята из чатика ломались играть. Ну, короче, несколько раз заваливались играть в Раз Defense Force. Battle.net, говоришь? Блять, они научили эту змею с панцирем курить, я надеюсь. Колдуна. Бля, я могу камеру в касцене ворочить. Воу. Бля.
Сука. Да, возвращайся к твоему... I'm still disappointed. Да, I'm disappointed and my day is ruined. Да. У меня лодинг. Игра, между прочим, на SSD. Сука, до сих пор лодит. Достойно, ну не знаю, на новом Xbox все игры будут на SSD и чё. Да. О, все, пустило. Да, наконец-то можно удалить это говно. Так, что остается? А, Halo 4 остается. Ну вот да. Да, мне было. А, ну у меня еще Рич. А, у меня еще Рич. Не, ну если ты прям очень настаиваешь, если тебе совсем нехуй делать, я могу с тобой немножко побегать Рич. А, мне его установить надо, блин. Ну, можешь вот 10 разменять на Рич. Так, сейчас. Я тогда на секунду выйду, пока суть до дела. Ну, это уже потом пока. Хватит на сегодня, я думаю. Окей, тогда да. Да, можно потом выходным как-нибудь. Если не будешь чем-то еще занят. Да, окей. Сейчас, да, я тоже Рич... Ой, тату, блядь, у 10. Ага. Далю. Ставлю один Рич. Путаешь Хейла между собой как-то. Да. Ты как? Ты что, не геймер? DST uninstall. Я confirm. Так, ну все, я выхожу. Ладно, спасибо за игру. Пойду я пока. Может еще что-нибудь. Тебе тоже спасибо за компанию. О, ебать.